И вновь вас приветствует Новозасимовичская сельская библиотека. В рамках краеведческого проекта «Читаю краеведческую книгу» я хотела бы прикоснуться к творчеству поэзии Пружан. Не каждому мужчине довелось испытать в жизни прекрасное чувство любви и восхищения женщины. Еще меньше мужчин смогли передать это чувство в стихах, и лишь немногие смогли пронести его через всю свою жизнь. Одним из таких мужчин был Владимир Черняк. Родился он в Кобринском районе, а в 1977 году переехал на Пружанщину в деревню Клепачи. О поэте много говорить не надо, о нем все скажут его стихи. Я не знаю, как вас зовут, я не знаю, сколько вам лет, только знаю, слова не лгут, во вселенной похожей нет. Я не знаю, кто идол ваш. Пушкин, Лермонтов или Фет. Только знаю, учтите стаж, во вселенной похожей нет. Я не знаю, что вас ведет, сказка, песня или рассвет. Я скажу лишь на этот счет, во вселенной похожей нет. Я не знаю, что любо вам, кольца, бусы или браслет. Аллилуйя! И здесь, и там, во вселенной похожей нет. Я не знаю, каков итог, да и будет ли он ответ. Я лишь знаю, доволен Бог во вселенной похожей нет. Я не знаю, как вас зовут. Я не знаю, сколько вам лет. Только знаю, слова не лгут, во вселенной похожей нет. Владимиру Григорьевичу Чернику в этом году исполнилось бы 85 лет. В нашей библиотеке есть книги этого автора с автографами и пожеланиями счастья читателям библиотеки. Если вас заинтересовало творчество Владимира Черника, добро пожаловать к нам в Новозасимовичскую сельскую библиотеку. До встречи, до новых встреч!